Привет, друзья! Сегодня у нас чудо природы, которое находится в Абхазии. Это пещера Крубара. Эту пещеру также называют еще Воронья пещера. Она является самой глубокой на всем земном шаре. Дно этой пещеры человек смог достичь лишь в 2007 году, тогда как множество разветвлений этой пещеры до сих пор остаются неизученными. Вход в пещеру находится на высоте 2256 метров над уровнем моря в урочище Орто-Балаган в Абхазии. Впервые о данной пещере стало известно в 1960 году. Тогда исследователи смогли спуститься лишь на глубину 95 метров. После открытия пещеры каждая последующая экспедиция заявляла о своих достижениях, называя все большие цифры, соответствующие глубине их погружения. Но вплоть до 2007 года никто не мог похвастаться тем, что достиг самого дна. В течение следующих лет исследователями из разных стран было выявлено, что пещера имеет множество разветвлений, а ее возраст составляет около 5 миллионов лет. Уже на глубине 200 метров эта пещера начинает делиться на две основные ветви. На главную – 2197 метров в глубину и Куйбышевскую – 1293 метра в глубину. Одной из главных трудностей при исследовании пещеры являются затопленные тоннели или так называемые отстойники. Для того, чтобы преодолеть отстойник, необходимо иметь аквалангическое снаряжение, ведь некоторые затопленные участки могут длиться на протяжении 50 метров. Один из больших гротов пещеры был назван залом советских спелеологов в честь всех исследователей из СССР, которые спускались сюда, чтобы раскрыть тайну этого величайшего чуда природы.